Здравствуйте, вот давно не снимал посылки. Да, вроде бы недавно. Ой, то есть давно. Вот пришли мне две. Вот, одна большая, одна маленькая. Ну, честно, я не знаю, что тут, потому что я не имею списка того, что я заказывал. Так, давайте их распакуем и посмотрим. Буду распаковывать аккуратно, потому что я даже не знаю, что здесь. Это что-то зелененькое. Я заказывал что-то зелененькое. Давайте посмотрим. О, идеально. Это водонепроницаемый кейс для моего телефона. Так. Купила его за 40 гривен. И шел он мне очень долго, наверное, уже месяца два. Вот такая вот веревочка к нему идет. Она вот тут цепляется. Вот такой вот чехол. Как же он тут открывается? Извините за шум, но, к сожалению, без него никуда. Вот, вот так вот открывается. Потом тут такие молнии. Да, или как их назвать? Все, вот сюда вот вставляется телефон. И снимается в подводной съемке. Я, конечно же, сделаю обзор на данный чехол. Или кейс, как его там называть. И тогда вы уже будете знать, можно ли сувать сюда свой телефон, или же лучше не нужно. Ну вот. И другая посылка. В принципе, это я догадываюсь, что... А, кстати, это я покупал на... со скидкой, там были, есть товарные покупки, вроде бы так раздел называется, и да, значит, это что? Что это такое? Что это? А, в принципе, я это и ожидал. Так, я думаю, многие догадались, ножик за 18 гривен, и шел он мне. Заказала его в сентябре, сейчас уже ноябрь, вот два месяца и шел вот такой вот ножик. Правда, ожидал, что он будет немного лучшего качества. У нас такие вообще продают по 200 гривен, то есть в 10 раз больше, но я не знаю, как они так умудряются. Вот, о нет, вот. Сейчас подождите. Вот, а, вот так вот. Так, я уже забыл, как им пользоваться, так что извините за то, что туплю. Вот, значит, так, если не ошибаюсь. Честно скажу, что у меня было намного лучше. Ну, есть оригинал, а вот это вот всего лишь китайские копии. Так вот, оригинал я не пользовался, он намного лучше, чем вот эта вот китайская подделка. Ну, вы можете увидеть сами, что, во-первых, он тут не защелкивается, хотя должен... Видите, эти расходятся. Липучки, или как их называть. Потом посмотрим, как он режет. Да. Но режет он очень хорошо. О, да, блин, это просто идеально. Смотрите, даже вот с той же силой я приложу. Не, вот видите, мой ножик не прорезал даже эту пузырчатую упаковку, а он свободно ее прорезал. Вот, видите. Ножик, лезвие само очень хорошее, оно острое очень, но само какое-то качество вот этой вот пластмассы мне не понравилось. Но тут уже решайте сами. Вот, во-первых, вот эта вот застежка, которая ужаснейшим образом работает, то есть вообще, может, не работает. Я не знаю, как ее надо, может, она потом расходится, но я не знаю, как ее надо закручивать. И плюс, когда вы разлаживаете этот ножик, он очень туго идет и туго застегивается. Ну, все, ждите обзор на вот этот вот водонепроницаемый кейс. Может, на то время, когда вы смотрите, ссылка уже есть под видео. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Благодарю всех подписчиков, которые смотрят мой канал и ставят лайки, пишут комменты. Все, всем до свидания.